Привет всем, кто собрался посмотреть американский хардкор. Я Снежок, кот Саши Кольченко. Для меня очень важно и ценно, что есть люди, которые захотели поддержать Тундру. Круто, что выбрали фильм, который он советовал. За 4 года, пока Саша в тюрьме, многое здесь поменялось. Мне очень странно видеть, как некоторые из людей, которые говорят, что поддерживают Сашу, желают ему скорейшего возвращения, агрессивно атакуют идеи, которым он привержен. Саша – анархист и антифашист. Это всегда было про политическую позицию, про однозначный протест против эксплуатации, неравенства, гомофобии, расизма, ксенофобии. Левые антиавторитарные идеи – они вообще про это, про свободу, справедливость и солидарность. И про то, что ромские погромы – это этнические чистки, а значит, плохо и недопустимо, так же, как и нарушение трудовых прав, например, и многое другое. Мне непонятно, как коту, почему люди могут таким страдать, унижать друг друга, ограничивать, бить на улицах и даже убивать. Я очень жду освобождения Саши. И мне очень не хочется, чтобы, освободившись из-за стенков кремлевских имперцев с авторитарным мышлением, склонных к насилию, Саша оказался под угрозой со стороны местных, ультраправых националистов с авторитарным мышлением, склонных к насилию. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Ни с ним, ни с другими активистами и активистками схожих взглядов. Потому что правый, фашистский, националистический, нацистский поворот не канает. Мяу. Надеюсь, что кино вам понравится, а следующий любимый фильм «Тундры» посмотрим с ним вместе.